ты заниматься этим ты будешь как шарлатан только. Понимаешь? Потому что ты, понимаю, это, либо как хоббя, то есть, да, либо как научный работник будешь изыскивать там правду и истину, потому что ты в это веришь, и этот диссонанс будет ну, с реальностью. Вот будешь фильтровать это искать. Меня не касается, я к примеру тебе говорю. То есть меня это не касается. Я тебе еще раз говорю, чем ты будешь. То есть заниматься такими вещами можно либо в форме артиста, либо в форме мошенника, либо в форме шарлатана, понимаешь? То есть все остальное, да, понимаю. Общество не одобряет, потому что оно уже пережило много таких подобных. Возможно, они все думали, что они правы тоже, да. А может и. Но они перестали так думать, когда начали зарабатывать деньги, понимаешь? Это возможно так и есть, да, понимаю. Меня это не касается, да. Я просто тебе, да, наверное, ну вот видишь, как бы все, да, то есть, что ты мечтал, то и не сбылось, то есть, как бы все, да, теперь надо расти просто в этом каким-то образом, да. Нет, занятия, да, чем ты будешь, ну, то есть, просто чем будет занять твое время, твой день, как-то, тебе придется этим на протяжении всей жизни, многих, до самых седых дней в нормальном виде. Понимаешь, вот прям умрешь ты на сцене где-нибудь, собственно, театра или не знаю, я уж не думаю сам как-то. Да, что-то писаешь, какаешь и кушаешь. Как не знаю, понимаю. Ну, вот как она про тебя говорит. Ну, это про себя она так думает, да. Да, мне не знаю. Ну, поймешь, короче. Ну, очень простой вопрос. Я просто так. Да. Для того, чтобы этим заниматься, надо. Ты готов там прям вот и текст изучить наизусть прям там, да, ничего, ну, значит, ты не такого, то есть ты не хочешь никаких ролей играть, у тебя твой театр будет, да, или что ты имеешь в виду, значит, все-таки надо будет какие-то тексты каким-то образом знать наизусть, да, изучить, да, наоборот, да. А ты не хочешь, что ли? Я только спрашиваю, тебе говорю, что я с ним только к мужикам обращаюсь, я просто, я не знаю, как объяснить еще, просто, вот, человек, который мужского пола, что тут непонятного, блин, да, понимаете, то есть, мне только это интересно, да, понимаете, ну, то есть, да, что значит, так сказать. С женщинами только сумасшедшие люди, сумасшедшие мужчины разговаривают всерьез, как бы они вообще разговаривают. То есть, да, ну, как бы, ну это мовит, ну это не серьезно, как бы так, да, понимаешь? Женщина, у нее как бы нет таких функций, чтобы с ней что-то говорить, выяснять, как бы, да. Как бы, понимаешь? Это плохо для всего. И для них самих в первую очередь, я думаю. Да. Не знаю, меня это не касается, хватит. Да, то есть, и это сумасшествие, женщина говорит, с собакой, относиться к собаке как к кошке, или как, не знаю, к удаву, как к собаке относиться как, не знаю, как к ложке. Вот представляешь, давай представим себе, что вот ты к ложке относишься как к собаке, а собаке как к ложке, или как к туалетной бумаге относишься как... Это же, понимаю, это актер, что да, понимаю. Ну, если это, представляешь, что если это... Теперь представь, то есть это просто Silent Hill, это, наверное, больно и страшно и очень неудобно, и как бы он не понимает. Долго, ну ладно, я просто объясняю, как бы, что женщина все-таки не мужчина, но просто так уж совсем накрытый, да. Да, то есть, и это как-то не очень нормально относиться, то есть, что это совсем, да, как это не то, это то же самое, да. Насколько
вы натренированы, как типа мужеподобные, это просто поверхность, ну как это тебя не делает мужского пола. Вот давай тебя сейчас будут тренировать как мужика, и даже и спортивную секцию тебя запишем, и гормонами тебе еще наколем, и еще там, короче, и все равно ты не станешь мужчиной. Ты все равно ты будешь женского пола, просто более может даже. Просто уже испорчен. Меня это не касается, просто не об этом речь. Ну, да, да. Нет, я к мужикам только обращаюсь. Я ну понимаешь, ну видишь, да, ну то есть мужчин мужские жизни, понимаешь? У них вся жизнь мужская, они никого не будут рожать, это как бы сразу, это первое отличие от женщин, как бы, это точно я тебе говорю, да. Рожать это такое, давай, открывай, справа, да, и ты имеешь в виду метафору, рожать это значит, создавать какие-то продукты. Еще какого питания? Питание людское. Нет, я тебе давай все это тоже. Я говорю, что я про простые вещи. Это уже очень сильный отпечаток тебе кладет на твою психологию. Если ты знаешь, что ты никогда не будешь рожать и никогда не будешь беременеть, то есть у тебя просто даже это, тебе делают уже сильные, не знаю, плюс или не плюс, но вот просто так. То есть ты уже мыслить будешь иначе про свою жизнь, и ты будешь как бы. У тебя уже исходник будет другой совсем, не как у любого женского пола. Ну это он имел в виду. Нет, ты что на меня смотришь? Я просто, да, тебе так досказать и говорить не даешь, просто, да, да, я тебе не говорю, творчество, ты имеешь в виду муки творчества, что что там будешь рожать, ну, а вот ты вот в это, а ты хочешь этим заниматься постоянно, да, то есть, хорошо, где эта грань, муки и творчество, ну, что-то новое, тренируй, не надо специально мучить себя, это как бы не очень, ну, моветон, что ли, да, понял, как бы, да, 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 надо постараться, наверное, да, сделать, то есть, и каков результат? Новые навыки, просто новые умения, да, которые, а умение это всего лишь вещь, которую можно перенять, понимаешь? Ну, да, ну, да. Как-то надрессировать там, как-то подготовить себя. Ну, то есть это не цель есть, самоподготовка, это не цель. То есть все зависит от твоей интенции, что тебе надо самому. То есть куда-то выходишь, да, вот, меня не касается, я просто тебе. Ну, не понял, да. А вот это вот ловушка, да. Что ты этим занимаешься, даже деньги получаешь, но в этом не растешь, да. Понимает он тебя. Да. Да. Вот тут может, кстати, и вбедиться твоя вьюшку, не знаю. Не знаю, у тебя точно, да. Меня это не касается, но да. И тут начинают подгонять что-нибудь тебя. Да, просто обидно. Я просто себе это говорю. И в безвестности, да, то есть ты что, да, понимаешь, ты ничего не знаешь. Нет, я еще раз тебе говорю, просто так. Но если ты работаешь, то, ну, бывает, примерно. Это разговор, я просто тебе объясняю, что... То есть, если ты этим хочешь заниматься, занимаешься чем-то другим, следовательно говоря, да, понимаю, да.
Я думаю, что есть какие-то... Ну да, ну не важно. Ничего это было. Ладно, все знаешь. Ну да. Вот, это очень простое вообще, смотри. Ты, вот чем ты будешь заниматься всю жизнь? Почему это так? Откуда твое раздражение? Сейчас понимаю, да. Ну, я к примеру тебе просто объясняю. Ну вот, ну и может оно болезнь у тебя превратится или какую-нибудь. Меня это не касается. Я просто тебе объясняю, что нахера оно тебе сдалось-то, разберись и все. Ну вот он про это говорит. Ну да. Как это сказать, серьезно довольно понятно. То есть, как бы, то есть, можно сказать, смысл образующий. Хорошо ведь, то есть настолько вот банально. То есть смотри, все люди, все мужчины, я имею в виду, всю жизнь занимаются чем-то, и в том, чем, то есть как бы, да, и в этом суд, и они обязаны это делать, как бы, иначе их жизнь будет. Ну, наверное, есть какие-то застойники, но, да, ну, я терял, как бы, ничего хорошего, я не понимаю. Да, потом раз, и все, и приехали, как бы, да, то есть идиллия, счастье, то есть как бы, да, переключился на семью, когда ты уже такой, все, теперь, да, понимаю. Ой, тогда ты же настоящий мужчина, вот переключайся на семью тогда, ты все это делаешь для того, чтобы быстрее отдыхать, понимаю. Я тебя спешу обрадовать, мир не так устроен. Тебя будет постоянно подгонять злой общий, как угодно, шайтан, что-нибудь там будет тебя подгонять, и тебя, знаю, просто, да, да, он имеет, то есть, ну, это так я уже, не знаю, потому что, поняла, девушка. Да, тебя, ну как бы тебе не дадут просто так. Ну вот ты же верующий, например, там Бог и кто там, да, придет тебе так, пам, так, на отдыху, да, потому что. Ну как бы не Бог, а просто у тебя. И ты как будто это не знал. Да, понимаешь, то есть как будто такой. Я сейчас начну отдыхать, конкуренты не бегут, да, понимаю. Сейчас я буду заниматься. Как заниматься? Ты что, с ума сошел? Ты ночью уже, ну, как, прости за выражение, и все. А все голова в плечах, они, да, они самоуправляемые объекты. Как-то я вульгарно сказал, честно. Но я просто, ну это не важно, да, да. Ими нельзя заниматься. Показывать им пример, это тоже не. То есть, что ты будешь, я буду такой, вот так. Это про лишние активити, неправильно, надо свою жизнь жить просто. Это касается. То есть, да, это то, что это и без тебя не там, да. То есть, тем более, что ты их размножать будешь, ты уже импотент, скорее всего. Все, ты можешь уже мять, возможно, даже не жить. Я просто тебе объясняю, что да, я тебе говорю то, что ты чем-то, все равно ты будешь обязан чем-то заниматься, и на работе тебе будут иди повышать квалификацию говорить, и обучение, до образования. Ну, то есть, на работе даже, на любой, даже на самой советской, самой совковой работе, тебя будут позволять, понимаешь? В том смысле, что, ну, поугайся сюда, ну, и что делать, короче, да. То есть, уже чем такой семьей занимался, а надо что-то делать, чем я даже представлять не могу, как это так, как это, а ты имеешь в виду, а, что ты женщину будешь размножать свою, как, что ты не импотент имеешь, и, может, у тебя пищеварение нормально работает, а что у тебя еще надо, ну давай, захожу, да, понимаю, я просто сумасшедший, да, вот, ты видишь, что понимаешь, но нет, я с психбольными не разговаривал, я с нормальными не разговаривал, я
я вот мужчина, с мужчиной ты вот, да. Чем ты будешь заниматься всю жизнь? Да, вот и да. Нет, денег не пойму. Ну, и. Хорошо, ты будешь. Ты не сможешь этим заниматься всю жизнь, понимаешь? Ну, давай до вульгарного что-то перейдем. Да. Нет, я не имею в виду, тебе надо быть. Ну хорошо, я. Ну хорошо, как. Ну, правильно ты меня понимаешь, что как тело человеческое мужское, тот один. Чем ты будешь заниматься? Ну, да, да. Ни в чем различия будет. Я тебе серьезно так говорю, да, я понимаю, там никакого нету различия, потому что. Вот, ну да. Ну, сердебородная, да. Я так и думаю, что это да. Я тебе говорю про профессиональные навыки, я тебе говорю. Да, про то, что ты. Чем. Да, молодец. Да, он так думает тоже. Вот это, вот это. Но на себя так. Нет. Я тебе про других людей не говорю. Про то, что ты как-то будешь какие-то отношения с кем-то строить или что-то там. Я тебе говорю про бизнес. Ну, что-то. Да, про дела какие-то. Зато, да. Я что, недостаточно? То есть, что если ты занимаешься чем-то всю жизнь. Ну, как бы, минуя физиологию, да, скажем так. И за это не получаешь денег, то ты такого не бывает. Ты не, то есть, ну, не бывает просто эти точки. Ты не кретин, что ли, не понимаешь? Нет, я говорю, ты кретин. Не понимаешь элементарных вещей, да, понимаешь. Хорошо, а ты хочешь заниматься всем подряд, или ты хочешь что-то делать нормально одно? Понимаешь? Или хочешь что-то уметь? Или ты мужик, мужчина? Или ты нужен этому миру? Вот я тебе, чем ты хочешь заниматься? Ну как бы, тебе все равно придется всю жизнь заниматься чем-то, понимаешь? И скорее всего хорошо, если ты будешь, да, наверное, короче, полярный. Ну это имел в виду, да. Что это значит? То есть в том смысле, что у нас много. Вот это тоже мне важно. То есть, а почему тогда люди недовольны, если они так, да, то есть. Понимаю. Ладно, то, чем я хочу заниматься, в это попадает ну, композитор и профессия пианист, музыкант, да, да, на себе так думает. Но. Пианист, фортепиано, исполнение музыки на фортепиано, музыкальный инструмент фортепиано, да. Это у меня мама такое, понимает. То есть, ну, то, что я планирую, там это будет, понимаешь, да, то есть, ну нет, на тебе тогда, понимаешь, туда попадает, то есть, то, что я сейчас занимаюсь, оно как бы вписывается в это, чем я буду на всю жизнь, ну, хорошо, буду так это заниматься, да, в том, что я планирую, не надо прям, что занимаешься, в принципе, так, да, занимает без долларов, да, понимаешь, да, ну, а деньги только получается, да, это, ну, долгий разговор тоже, опять. Не суть разговора, то есть ты на меня не смотри, я про тебя спрашиваю, да, то есть у тебя какие планы, как бы, да, да, а почему так, а почему, да, понимает он тебя, а как это относится, а где такая травма, как относится к тому, что, да, то есть, да, понимаешь, что сам уже, ну, это он о себе так говорит, почему такое различие, ну, он про себя так думает, да, ну, вот это и был он самый, ну, он о себе так думает, потому что, ой, что ты меня-то хочешь? Да он вообще так подумал, да. Ну наоборот, да, наверное, все, да. Я с тобой. Нет, я про это с тобой. Я про это вообще не говорил. Я тебе еще раз говорю, да, да. Про то, что ради чего ты с этим миришься. А в чем. Да, тебе не нравится, чем ты занимаешься, что ли? И в чем проблема такая? Да, поняла тебя. Да. Ну наоборот, значит, да, да. Ну, наоборот, просто я на это имел в виду. Я тебе еще раз. Мне вообще наплевать, блин. Я тебе говорю, да. Вот смотри, ты сейчас это занимаешься, и тебе. А почему надо было быть художником или музыкантом? И как бы у тебя какое-то такое разногласие с действительностью, разное самое, да. То есть, мне касается, что мне здесь
Да. Объясняю, да, что это мне где-то заблудиться. Да. Просто нет, это твои проблемы. Вот это ты мне должен сказать, чему ты занимаешься одним, а считаешь, что правильно заниматься другим. И как бы, и да, понимаешь, да, и что, как бы у тебя она про себя так думает. Это психотравма, да. Нет, правильно для тебя. Не имею в виду, что правильно вообще, я имею в виду, что правильно вот для тебя, как вот для индивидуума, для человека. То есть ты думаешь, вот для меня правильно быть поэтом, художником, музыкантом или еще, ну, гнида создать или еще кто-то там, да. То есть, ну, да, то есть ты не понимаешь, что это такое, что ты как это делать деньги, и ты это, ну, не труда, понимаешь, да. Скорее, это не суть разговора, все равно ты можешь начать этим заниматься, и да, я проясняю, что откуда этот диссонанс такой здесь есть? То есть у тебя не получилось, да, как бы, да, понимаете, ну, просто, да, хотя я думаю, это самое, да. Ну, тебе это не, пошел нахер, блин, я тебе просто расскажу, да. Я тут не верю, знаешь, ну, тебя, да. Я не верю тем мужикам, которые такие, вот, я пошел, да, то есть просто хреносос, да, понимаете, да. Просто, ну, не свет, ну, просто как бы по наружку, детский, я как бы, ну, нет, работал, хотел, это знание, пусть будет, это ваши ватят дела, смириться это не мужская тема, понимаешь, то есть, да, нужно, ты не можешь давать сейчас, да, в каком-то смысле, говорю это как бы зрение, да, это чтобы донести свою, так сказать, чтобы для себя важные вещи, да, чтобы подумать с правильного ракурса себя, скажем так, я мечтал композитором там или еще что сочинял, и все такое, вот, в принципе, такое, ладно, не пошел в настоящую жизнь жить. Вот да. Ну все тогда, диссонанс шел, все дальше, вот, теперь ты будешь заниматься вот этим, да, вот этим, ну, нет, значит, еще диссонанс какой-то, да, то есть для тебя это не занятие, это просто заработок для того, чтобы, да, правильно понимаю, я спешу разочаровать тебе придется, да, и в момент, когда ты уже не можешь, когда тебе не ведет, ты будешь этому не рад очень, да, кажется, ты уже перестанешь, ну да, он встречает эти сырые, да, ну нет, а вот это как бы, ну видишь, интересно-то получается, да. Тесла, Тесла, технологии, да, ты делать как-то у нас очень лучше всех сначала так, может и так даже. Смотри сам, да, как бы что за этим стоит, да. Меня не интересует, а просто, да, потому что все круто, как бы. Что всем не надо быть художниками, поэтами, ну, не знаю, Нарбековыми, Коэльями или чем-нибудь, шизофренами какими-нибудь, или, например, гитарист Высоцкими, не знаю, кто еще там. Да, понимаю. Не надо просто. Какой-то момент, это тоже как бы испытание гордостью или что-то. Там такая же, там же хуже. Там такая профессия, что тебе вообще там такой хренососник, что тебе вообще, то есть как бы там надо сильно очень обрабатывать. Мужиком, то есть как бы это редко, как бы, там свои минусы у этих кусок есть, которые как бы, да. В принципе, они, ну да, понимаю, долго. То есть, да, бывает она. Она как бы очень мужская эта профессия, да. Да. Ну, по сути, так вот, да, поймешь, что долго, да. То есть, это совсем не то, что тебе, да. То есть, там, ну, да, долго, ну, как бы, по сути, сложно, как бы, это, да. Это не суть разговора. Почему-то так получается, или это у меня такая иллюзия была, постсоветского пространства, что каждый специалист хочет стать, да, писателем, как бы, не алкоголиком, короче, да, Есениным, скажем так. То есть, как бы, да, потому что, ну, в скором времени никто ничего не делал по-настоящему, как бы, да. Ну, как бы, оно, ну, и мой взгляд на мир, там просто было семейные отношения распространенные на побережье, так скажем. Попытка распространить семейные отношения, да, долгий разговор. Было, ну, как бы, ну, и да, стадо алкашей и ну да, то есть не только технологическая импотенция, короче, просто чекаю, вопрос есть. И алкоголизм, по-моему, бывает, да, понимаю. Ну, потому что это и есть счастье, одно и то же.
Здесь тебе ничего делать не надо, это бедлам, да. Да, просто. Я тебе еще раз говорю, да. Если, как, если ты не можешь бухать, потому что, вот, смотри, мужчина – это выживание. В тот момент, когда ты бухаешь, ты перестаешь уже быть, как бы, понимаешь. То есть центральный нерв достаточно, ну, ты понимаешь. Ну, это то, что боеды делают, да, для того, чтобы в транс не садить. Давай не будем. Давай не будем, это долгий разговор. Как бы это просто не так. Просто, да, надо прожить, то есть как бы. Это не так сложно, как тебе кажется, да. Да не надо, отвали меня, блин, я не поэт и не писатель. Просто так я говорю, что там надо работать. Это не сюсю, да, понимаю, да. Это намного сложнее, чем ты, да. То есть, там не то, что тебе может показаться сначала. Но это уже от тебя зависит. Ну да, типа того, да. Но это все за деньги. Вот этого уже достаточно, чтобы 90% отлетело от этого. То есть, от всех по вот это всего, да, знаю. То есть, ну, то есть тебе должны деньги платить. Хорошо, как тебе не быть, как бы, скажем, женоподобным, будучи поэтом или там, да? Долгий разговор, да. Целить надо быть и чем. Надо очень круто уметь делать.